Когда мы почистили зубы, еще одна процедура, которую ты, наверное, не делаешь, это промывание носа. Промывание носа, процедура тоже очень простая и при этом эффективная. Я использую специальный чайничек йоговский для промывания носа. Ты можешь купить такой в любом йога-магазине. Также можно промывать нос с помощью обычного чайничка, если у него достаточно тонкий носик. Я использую для промывания носа каждый день обычную кипяченую воду. Можно также использовать соляной раствор или какие-то травяные настои. Но сейчас я покажу это на примере обычной воды. Для всей процедуры тебе будет достаточно вот одного такого стакана. Наливаем его в чайничек. И теперь мы вот этим тонким носиком его засовываем себе в ноздрю. И находим правильное положение головы, правильный наклон, чтобы вода из одной ноздри потекла в другую. Вот вот так. Хорошо, высморкали оставшуюся воду. Повторяем то же самое на другую ноздрю. Когда мы делаем эту процедуру, рот у нас прикрыт, и мы продолжаем дышать произвольно через рот. Повторяем на другую. Ничего сложного, очень эффективная техника на каждое утро, чтобы очистить свой нос, если он заложен, очистить его от пыли, от каких-то аллергенов, которые там скопились. Ну вот, собственно, и все. На этом ванной мы можем завершить. И пойдем посмотрим еще кое-что интересное. Я тебе покажу. Пойдем.